Ассалам алейкум, хурметті Казахстан, сіздермен Ерғали. Вот сегодня нашел новости. Я думаю, что всем водителям нужно знать об этом. Что делать, если полицейский потребует водительские права, называется статья. Казахстанцы смогут не возить с собой права и техпаспорта. Казахстанцы, еще раз повторяю, смогут не возить с собой права и техпаспорта. Данный закон был опубликован 2 февраля. Он вступит в силу с 13 февраля, то есть сегодня 8, через 5 дней этот закон вступает в силу, 13 февраля. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент закон.кз. 1 февраля главой государства был подписан закон, позволяющий не иметь при себе и не предъявлять техпаспорт, выданный в Казахстане. Данный закон был опубликован 2 февраля и вступит в силу 13 февраля. Вместе с тем обращаю внимание, что закон по иерархии нормативно-правовых актов выше, чем правила дорожного движения. В этой связи уже с 13 февраля можно будет исключить необходимость иметь при себе указанные документы, сообщил Тусупов. Несмотря на подписанный закон, по его словам, эти документы будут выдаваться в дальнейшем, так как водительские удостоверения и техпаспорта являются социально значимой государственной услугой. Ежегодно мы выдаем порядка 500 тысяч водительских удостоверений и порядка 1,5 миллиона свидетельств о регистрации транспортных средств. Эта работа нами будет продолжаться. Указанные документы нужны для участия наших граждан в международном движении, а также для их трудоустройство, продажа транспорта и в иных гражданских правовых отношений, в том числе подтверждение квалификации водителя при трудоустройстве, отметил заместитель главы комитета. Если сотрудник полиции будет требовать предъявить документы, то, как уточнили в МВД, автолюбитель может позвонить на 102, либо в подразделение собственной безопасности, а также оспорить составление административного протокола в судебном порядке. Здесь ваши права не ограничиваем. Но до каждого сотрудника доведены нормы нового закона. Проведен инструктаж. Поэтому таких инцидентов не будет, заключил Серик Тусупов. Айша Тлюбекова, Нурсултан. Вот статья вот такая интересная. Знаешь. Еще раз напоминаю, друзья мои, чтобы вы не путались. Не с сегодняшнего дня, с 13 февраля. То есть еще 5 дней, то есть закон вступает в силу. И вот через 5 дней можно с собой не возить водительское удостоверение, потому что это все отменяется. То есть все это будет, будут узнавать чисто по вашему удостоверению. То есть вбивать данные, там все будет. То есть все в электронно переводится. Поэтому вот такая вот интересная, значит, статья. С вами был Ергали. Пишите комментарии, что вы думаете по данному факту. Ставьте лайки. И до новых встреч. Салам алейкум, рахметуллахи ва баракатуху.